Привет, друзья! Привет! Меня зовут Олег. Меня Лена. Вы с нами на канале «Есть как есть». Сегодня замечательный день. Второй день лета. Второй день тепла, да. Мы сегодня решили быстренько позагорать немножко. Сейчас, ну, быстренько. Встали, конечно, рано, но сейчас уже 12 час. Вот. И уже практически полдень. Но мы решили немножко позагорать, потому что неизвестно, будет ли потом время или нет. Планов много на сегодня. Хочется немножко получить солнышко. Олег хочет порыбачить, а я почитаю книжечку, посижу в кресле. Ловить я собираюсь не рыбу, а если попадется, то может быть каракатица или кальмар. Ловить буду вот на такую вот блесну, воблер. Попробуем. Первый раз на него буду ловить, но попробуем. Это не для рыбы. В общем, рыба на нее не берет. Что посмотрим, повезет, не повезет, покажу. Ну вот, мы сегодня позагорать успели, пообедали, а сейчас мы решили прогуляться в горы. По другой дороге, не как в Голд-Сити, а другая. Посмотрим, что там. В прошлый раз мы ходили вот туда, вот где-то черный домик виднеется, такой темный. Сейчас мы пройдем подальше, вот туда, по этой дороге, вот сколько можно, столько пройдем и посмотрим, что там такое. Банановые плантации. Их сейчас приводят в порядок, вот старые листья обрезают, остаются вот такие вот пеньки, но из них, мне кажется, пойдут новые листья. Их не зря оставляют. Вот, и с другой стороны дороги вот так вот очень много навалено вот этих, которые пообрезали листьев старых. Их потом собирают в кучи и сжигают. Среди высотных домов вот так очень много маленьких турецких домиков. Такие красивые цветы. Какой-то, наверное, бобы и горох цветет. Горох вообще очень красивые цветочки. Вдоль дороги очень много их так. Ну вот, мы пришли вот так вот к такому перекрестку, вернее, раздвоению дорог. Одна дорога пошла вот туда к Голд-Сити, а вторая пошла налево куда-то, куда пока не знаем. Видно, что турецкие дома там впереди. Но уже чувствуется вот прям отдышка немножко. Как у тебя, Лен? Да, есть такое? Есть такое. И здесь как-то теплее, чем вот мы вышли из дома. Либо мы, может, уже разогрелись, не знаю. Разогрелись, скорее всего. Мне жарко, мне такое чувство, что сейчас прям лето, жара. И мы куда-то идем, неизвестно куда. Как тебе подниматься в горы? Тяжело, уже одышка чувствуется. И жарко мне. Кажется, что сейчас прям жара такая. Лето, и мы куда-то идем, непонятно куда. Ну, сейчас поднимемся. Наверное, будет видно, куда мы дошли. Вот так вот домики, где живут местные.
Ой, смотри, какой мотоцикл. Да, это старая Ява. Да? Еще 250, наверное, кубиков, да, точно. Ява. Какой? Точно. Но он, скорее всего, хотя он, да, с накачанными колесами, может быть. На ходу? До сих пор еще и на ходу, не удивлюсь. Ну, в основном, конечно, едут уже вот на таких вот современных мотороллерах. Они поэкономичнее, удобнее. И стоят они здесь тоже не очень дорого. Возможно, мы себе такой тоже приобретем какой-нибудь. А там впереди, смотри, какой-то тоже разрушенные дома. Какие-то старые. Сейчас нам встретились люди, они тоже здесь гуляли. Мы думали, что они где-то живут. Хотели у них побольше информации узнать, но они тоже просто здесь гуляют. Сказали, что им очень понравилось. Что они полюбовались виллами и вышли к Азура парк по этой дороге. Так что мы идем вперед. Ты хотела сказать видами. А я что сказала? Виллами. И видами, и виллами. Они сказали, что они были красивые виллы там. Ну хорошо, сейчас так все это мы увидим. Посмотрим, увидим и вам покажем. Вот новые листики уже из бананов. А вот и бананы. Никому не нужны. Нужны кому-то бананы? О, Лена, бананчиков. Кстати, они вполне съедобные, их можно жарить в такого вида бананы. Ну, кстати, даже если они полежат, то, может быть, даже и потом и съесть можно. Но мы их положим обратно. Пусть где лежали, там и лежат. Вот, а там, видимо, какие-то старые строения. Вот там. Какой-то дом был или что-то. Вот я вам показывал, что они сжигают, собирают вот так эти старые листья. То есть листья сгорели, а сами вот эти стволы, видимо, остались. Они не скорее догорели. Не догорели, потому что они еще сырые внутри. Вот. Да, они внутри сырые, я сейчас попробовал. Конечно, они, ну, скорее всего, за лето подсохнут, и они их соберут, где-то сожгут. Вот. Да, это какая-то старинная постройка какая-то. Мы сюда сходим отдельно. Сейчас у нас цели нет, но мы придем сюда какой-то день. Специально походим, посмотрим. Вот. Там впереди козочки. Пахнет прям вот деревней. Навозиком так здорово. Ну, здесь да. Турецкие дома. Сейчас мы будем мимо идти и вам все показывать. Это маленький Мираба! Пошли посмотрим. Нас зовет. Сейчас мы посмотрим и вам покажем. Мираба! Мираба, наш сын! Нормально! Нормально! Есть! Какие маленькие! Какие хорошенькие! Вот такие козлятки здесь. Хорошо, хорошо. Ой, какие хорошие. Погладь, Лен. Ой, какие. У них такие необычные глаза, посмотри, я никогда не видела. У них зрачки такие. А вот рожки у него растут. Да. Какой хорошенький. Какие хорошенькие. Беленький козленок. Он там серенький, коричневый. Серенький, да. Красивые. Какие хорошие, у него рожки растут. Какой хорошенький, да. О, детишки. Хорошенькие такие. Хорошие, да. Рассказывает, где у них тут папа, мама, вот там. Там взрослые уже. Мама, папа, вот они. Волнуются, что мы тут подошли. Переживают за деток. Переживают. Грюшерус? Грюшерус. Хозяйство везде, да, вот курочка бегает. Такая черненькая. А там кто-то еще. И тут тоже, тут да. Сплошное хозяйство, да. Да, здесь обычное хозяйство. Мне все-таки нравится отношение к приезжим местных жителей. В общем, они довольно-таки доброжелательные. И всех возрастов, вот мы сейчас подходили. Там были такие уже взрослые люди. И приехал молодой парнишка на мопеде. Тоже с нами поздоровался. В общем,
Все очень даже доброжелательные. Приветливые. Доброжелательные. Очень такие гостеприимные. Сразу проходите, все показывают. Вот. Вот так вот живут местные. Вот все катаются на таких мопедах. Вот там уже Gold City. Мы там уже были недавно и вам показывали. У всех какие-то козочки. Здорово. Очень тепло. Мне вот уже пришлось раздеться немножко. Да, здесь значительно теплее, когда поднимаешься. И воздух здесь другой, такой более вкусный. Пока что мы вверх все идем. Вот, виды уже, конечно, красивые. Там видно море. Сейчас оно, конечно, сливается с небом. Непонятно. Но это там уже море за домами. Ой, мы бы здесь все облазили. Конечно, жалко, времени мало. Все так интересно. Все время открываются какие-то новые виды. Очень красиво. Пальмовые плантации, там внизу дорога идет. А мы пока что идем туда, наверх. А вот это вот сооружение, знаете для чего? Вот это вот, типа лебедочка. Но, скорее всего, это для того, чтобы поднимать бананы оттуда, снизу. Другого, наверное, варианта нет. Ну или какие-то инструменты, которые для этого нужны. Вот такая вот электрическая лебедка. Трос тянет грузы. Довольно-таки там далеко это все. Вот поднять, наверное, по-другому совершенно не получится. А вот у кого-то, смотрите, кресло. Вот такая емкость с водой для полива. Разные шланги для орошения. Сейчас они, конечно, все смотанные, потому что зимой наверняка не надо это делать, а вот летом, скорее всего, пригодятся. Вот мы уже поднялись выше, чем Gold City. Как раз можно по ней ориентироваться, где мы сейчас находимся. Везде хозяйство. Там мальчишки сидят, играют. Мираба! Вот какие виды открываются на Махмутлар. Видно, вот костер как раз горит. Это как раз жгут банановые вот эти вот листья, да. Очень красиво, мы идем дальше. Вот там впереди вот этот дом со шпилями, это Азура Парк. Мы сейчас, возможно, дойдем до него. Вот впереди козочки. Ну да. Вот какие козочки. Какие красавчики. Какие хорошие. Лена побаивается.
Да, малыши тоже балуются. Тут какой-то такой сарай стоит. Скорее всего, пастух или кто-нибудь там останавливается чайку попить. Больше ни для чего он вроде бы как не сгодится. Вот мы уже когда забрались. Вот мы сейчас шли вот от этого дома. Вот так по этим дорожкам поднимались. И вот сюда мы поднялись, на другую сторону. Вот так вот. Такие виды. Отсюда. А вот ульи стоят. И там пасечник, наверное, мед берет. Вот тут тоже какие-то такие времянки у людей. Это, скорее всего, пасечник. Вот сейчас второй человек приехал. Вот они, наверное, здесь отдыхают, чай пьют. Какие-то свои вещи держат в этих сарайках. Вот мы уже куда вышли. С обратной стороны от Азура парка. Сейчас подойдем поближе и вам покажем. Вот такая вот система для орошения. И шланги поверху почему-то идут. Вот посмотрите, и слышно. Слышно, что где-то вода под давлением шипит. Значит, уже начинают поливать. Вот так вот все. Все в шлангах. И, видимо, поверху они вот идут. Типа капельного, похоже, как капельное орошение. Пальмовые плантации. Ой, пальмовые, банановые. Вот так вот, за Азурой. Ой, между домами видно кале. Очень красиво. Сейчас приближу, покажу. Лена прикалывается, говорит, это сруб. Но не сруб, а сруб. Вот мы сейчас сюда спускаемся, к Азура парку. А здесь вот на возвышенность вот это кладбище. Это оказывается кладбище. И возможно это кладбище для иностранцев. Мы вот как-то не в курсе. Или для местных. Мы просто сейчас не знаем, как туда пройти. Потому что здесь банановые плантации. И видимо дорога только вот оттуда. Можно вот с этого места за Азурой парком пройти. Потому что с этого места, где мы сейчас находимся, невозможно туда попасть. Очень много детворы там. Слышно прям гомон такой. Писки-визги. Писки-визги, да. Детвора там кричит. Вот детская площадка там видна. Это, скорее всего, оттуда идет звук. Вот каких-то два дома еще больших строятся. Вот там вот вдалеке, по-моему, Альбима Лофт. Вот этот дом. Я, конечно, могу ошибаться, но похож. А мы идем вот сейчас направо. Все-таки дорога есть. Сверху ее было не видно. А она все-таки есть, и мы, скорее всего, пойдем туда. Да, мы хотели пройти. А, можем пройти. Мы можем пройти сейчас на это кладбище и посмотреть.
А впереди, слышите, тут маленький такой водоемчик. Я вот вижу его, и тут жабы. Может быть, мы их сейчас даже увидим. Но поют они просто замечательно. А вон я вижу, вон она. Смотри, под кустом такая здоровая жабень. Вон они, две. Балдеж у них там. Ну что ж делать, весна. Распелись. А мы дальше. Везде, а и тут, с этой стороны их очень много, в камышах. А тут камыши, да. О, лягухи. Расквакались. Вот как эти комплексы выглядят здесь. Кто-то даже в теннис он играет. Вот это кладбище нам сейчас сказали. Люди, вот они живут в Азура-парке. Женщина гуляет с сыном и с собачкой. Это кладбище для иностранцев. Сейчас мы подойдем и посмотрим. Беседка тут есть. Посидеть можно. Ну, небольшое кладбище. Сейчас мы пройдемся, посмотрим. Есть свежие могилы. Довольно-таки свежие. Много русских могил. Ну, славянских, будем говорить. Крестов очень много православных. Вот, похоже, эстонская фамилия Сеп. Сеп — это кузнец. Переводится. Вот тут совсем даже подготовленные, по-моему. И совсем свежие могилы есть. Вот абсолютно свежая могила. Буквально недавно человек умер. Тут еще много вот таких вот могил, которые, ну, просто с табличками стоят. Очень много. Ну, это кладбище для иностранцев. Такие вот есть даже уже семейные захоронения. Одна фамилия. Какой-то летчик, видимо, самолет на памятнике. Вот так вот выглядит кладбище для иностранцев. Довольно-таки ухоженное, вполне себе нормальное. Красивое вот место. Да, очень красивое место в горах. Вот там вот сверху, там уже кладбище для местных. Вот. Такие вот виды.
отсюда. Очень красиво такое, спокойное место. Беседка здесь, можно руки помыть. Водички набрать. Вот так вот. Отсюда и море видно даже. Мы показали вам, какое кладбище для иностранцев в Алании. Возможно, вы скажете, что это не касается, ну, не позитивный канал. Но на самом деле, да, видео не позитивное, но оно очень нужно. Я думаю, что очень многим интересно, какое кладбище для иностранцев, где оно находится, как оно выглядит. И это тоже нужно. В общем, но, есть как есть. Да, в жизни все бывает. И это тоже нужно показать. А мы пойдем дальше. А мы пойдем вот сюда вот. Рядом с Азура парком пройдем. И тоже пойдем потом в Махмутлар. И пойдем уже потихонечку домой. Мы думали, кстати, с Леной вот поискать это кладбище. Знали, что оно где-то есть в горах. Слышали об этом много. Хотели прямо специально поехать поискать это кладбище. А вот получилось так, что сегодня мы просто случайно набрели на него. Вот. Как-то так получилось. Вот мы уже подошли к этим домам. Азура парк. Где какой блок, не могу вам сказать. Но очень много детворы там слышно. Сказали, что очень красивые, хорошие дома внутри. Но Айдат здесь 100 или около 100 евро в месяц. Вот как эти дома выглядят. Здесь, с этой стороны, очень красиво, прямо парк. Действительно, Азура парк. Очень ухоженная, такой вот перед домом территория, да, красиво очень. Вот мы от Азура парка идем дальше. Какие виды. Очень красивый закат сегодня. Вот это вот впереди, это Маймарин. Задняя часть этого комплекса. И рядом Даймонд. Как-то Даймонд называется. У Лены тут что-то с ногой надавило немножко. Не одна я, видимо, вон чья-то стелька тут уже лежит. Да, ты не первая садишься на этот камушек, наверное. По всей видимости, тут дорога длинная до Азуры. Может, если кто пешком шел, так вот тоже что-нибудь стоптал себе. Там впереди почему-то очень много собак. И все лают. Ну как много там собак на территории этого строящегося дома. Такая дорога широкая. Но мы сейчас заскочим в А101. Надо чем-то подкрепиться. Лена хочет мороженое. Всякого тут вкусного много. Даже не знаю, что выбрать. Мы выбрали вот такие вот мороженые. Это шоколадное, а это обычное. Не знаю. Сейчас купим и скажем, сколько они стоят. Мы сейчас вам откроем небольшую тайну. Мы нашли классные колбаски здесь для гриля. Вот вы знаете, вот они стоят очень вкусные. Вот 16,90, дешевые, выглядят вот так. Они копченые. Очень вкусные. Вот еще люди нам подсказали, что вот эта колбаска тоже очень вкусная.
единственная, которую можно покупать. Ну, вот прям не очень, да, ну прям это, но она похожа на нашу. Или там какую? Ну, она такая вареная, да? Мы еще выбрали, да, вот такую колбаску, нам посоветовали. Взять попробовать. Мы попробуем и вам расскажем. В 101 мы купили колбаску и обещали вам попробовать ее и сказать, вкусная она, невкусная вообще, стоит ее покупать или нет. Сейчас мы это и сделаем. Подожди, я покажу поближе колбаску. Запах очень даже приятный. Вот такая вот колбаска. И сейчас я попробую, скажу свое мнение. Ну, как вам сказать? Кто-то скажет хорошее, а кто-то скажет не очень. Не знаю. Мы вообще, в принципе, колбасу не едим. Купили просто ее, чтобы сказать вам. Ну, в общем-то, покупать можно. Я думаю, что ее можно и в яичницу добавлять. Да и так бутербродик можно сделать. В общем, цена-качество соответствует. Сколько она там стоила? 25. 25. 25 лир. Вполне нормально такой колбасы. Покупать можно. То есть, нормально. Мороженое у нас стоило 10.30 и 8.40. Да. И колбаска стоила 25. 25.20. Сейчас начинает уже темнеть. Мы, скорее всего, будем сейчас уже заканчивать наш репортаж. Всем счастья, добра, хорошего настроения. Мы забыли сказать, что за колбаску мы заплатили 25 лир, а за мороженое за одно 10, за другое 8. Ну, с копеечками с какими-то. Колбаску попробуем, вставим немножко пораньше, сразу после магазина. А с вами будем прощаться. Всем пока-пока. Пока-пока.